Журналисты сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы. Врачи спасали актрису от глиобластома головного мозга. В госпиталь Заворотнюк попала еще в сентябре 2022 года. Лечением артистки занимались не только российские, но и зарубежные специалисты. Это единственная клиника в России, которая практикует свой уникальный метод лечения опухолей мозга. Медики уверены, что способны подарить пациентам с таким диагнозом еще несколько лет жизни. Врачи отмечают, что с диагнозом глиобластома головного мозга в среднем живут чуть больше года. Лишь 2% пациентов удается прожить до 5 лет. Возможно, именно новая технология лечения помогает поддерживать состояние Заворотнюк. Как выяснили журналисты, актриса в больнице уже не появится, на днях она покинула учреждение. Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышов, рассказал источник. Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в больницу в 2019 году, с тех пор она перестала появляться на публике.